Эй, ты! Да-да, ты! По ту сторону экрана. Тебе есть 18? Нет? Тогда выключай это видео. Сейчас же, пока мамка не пришла. Она пыталась воззвать к нам обоим, брат. Но только я смог ее услышать. Разделить ее боль. Она не дозвалась до тебя, но ты все равно ненавидел его, как и мы с мамой. Все, что он сделал, брат, это дал нам жизнь, но именно мама дала нам цель. Братья добрались до берега и продолжают преследовать Бегеда, несмотря на сопротивление Армахем. Глава 6. Порт. Внимание! Юго-восточный периметр нарушен. Персонал просьба отбегать. Внимание! Юго-восточный периметр нарушен. Всему персоналу просьба отбегать. Это Чин. Слушай, сомневаюсь, что на этот раз я смогу спастись. Армахем меня окружил, и советую посмотреть наверх. Творится что-то очень странное, глобального мотива масштаба. Самое важное — остановить Альму. Разыщи Беккета и выясни, что ему известно. Конец связи. Центр. Из-за волнений полностью вылетать невозможно. Запрашиваю разрешение на... Центр вышел из-под контроля, еле удерживаю его. Здравия желаю, братья и сестры, с вами Томми Танкер Кейн. И мы продолжаем перепроходить фирм 3 в облике Паксона Фэтла. Давайте продолжим, пока меня снова не прервали. На кости! Всем позывным говорит Центр. Волнение в воздухе вызывает паранормальные аномалии. В случае новых волнений удерживайте свои секторы. Жесть, конечно, что происходит тут. Эти создания, наверное, были созданы из разума матери. Командир прибыл. Все позывные янки переходят под мое командование. Как же мне все-таки бесит этот голос. Так. Эта хрень не открывается. Блять, не удалось с ноги сразу вырубить его. Ух, ни хрена себе! Чуть не прикончили. Твою мать, у меня патроны кончились! Зря вот эти души все-таки не дают и жизни. А только шкалу вот эту самую восполняют. Так, мне не сюда. Я пытаюсь добраться.
добраться до тебя, но пока ничего не выходит. Просто осторожнее там. Будет сделано, мэм. Какого? Так, верхний этаж, защитить СО. Уведите его отсюда. Да ладно, два! Они, видимо, Бэггета снесли. На, сука. Стену прям воткнул. Блин, гранат нет. Хотел бы килить. Да уничтожь эту хрень уже. Опять эти твари. Отъебались. Нам. Они тоже ищут Альму. Только не пойму, для чего это им надо. Пока она тебе все не объяснит, ты ничего понять не сможешь. Слабак. Теперь тебе точно не добраться до этого твоего Бэггета. Я выдал. Нам нужны души. Идут атмосферные волнения. Занять позиции на постах. Ожидаются паранормальные аномалии. Кажется, я не успею. Оставаться в группах по два человека и более. Не успею. Повторяю. Жаль. Идут атмосферные волнения. Занять позиции на постах. Ожидаются паранормальные аномалии. Оставаться в группах по два человека и более. Регулярно выходим на связь. Ну, естественно, не умеет этого подкатывать. Хотель 58 приближается к вашему посту. Задержать его. Блин, думаю, тут что-то вроде дробовика, чтобы пистолет заменить. Виски с 8-5 по 9-3, приказ о содержании. Мы прорвались с южных озер. Центр, это Янки 3-5, бьем ЦО через клуб адмиралов. Отправляйтесь, пожалуйста, 2-5. Очередь ему руки вырвало прям. Блять, промахнулся. Ты слабая ошибка природы. Мы сделали тебя, что следовало сделать много лет назад. Давайте так сделаем. Блин, они тебя ждут! Осторожнее! У нас вот все объекты. Подвигаемся! На нахер! Хорошенько прописал, однако. Получи, уродец. Где он? Я порву твое теплое тельце на куски. Биологический слабак. Где он?
Вылазь, гандун. Будет прятаться. Твою мать. Да, поговори мне тут. Куда валишь, трус? Что ты говоришь, что технологии? Все, то дело. Блин, кажется, я сейчас... Да. Слушай, я подслушала переговоры этих подводных командиров. Это вертолет Соло-8-1. Ни хрена не вижу. Кто-нибудь видит цель? Вас понял. Мы его видим. Вас понял, сэр. Наши снайперы уже на позиции. На, сука. Ух, ёба. На! Хорошенько всем прописываю сегодня. Блять, промахнулся. Не туда же срикошетила граната. Вы видели эту хрень? Вы меня шутите, что ли? Нет. Вашу мать, его рука! Твоя голова. Его рука, а твоя голова. Бери уже. Ну. Я им руку как-то отстрелил. Нет. Просто плечо. Где он там? Снизу, что ли? Ага. Так. Возьму я, пожалуй. Хаммерхед. Найти объект. Да прыгай ты уже, твою мать. Хватит блякать! У нас большие потери! Брат, у киоска! На, хэдшот, ублюдку! Второй! Идем, нам пора! Гляньте, он патрон, ну магазин для снайперки достал прям из воздуха. Что за халтура такая, а? Ворнеры, что вы там себе позволяете? Командир, вертолет Золо-8 уже в пути, но я еле справляюсь с управлением. Быстрее, душа! Есть, сэр. Бля, я сейчас помру нахер! Черт возьми. Вот и тебя уничтожит цель, уроды. Постараюсь оставаться на связи, насколько это возможно. Разыщи Беккета. Он единственная надежда все это остановить. О, сейчас, кажется, начнется вот эта вот свистопляска с ордой.
А, нет, есть. Блин, зря вот эти вот, люди обселятся. Твою мать. Так. На, блядь. Врезался в стену. Зараза такая. Где этот синий? Блин, силы еще не восстановились для поглощения. Какое поглощение? Одержимость я имел, это твою мать. Так, что тут? А, пистолет. Вот урод. Блин, чё так больно бьются-то? Где-то эта синяя тварь. Неужто я его убил? Да, походу на то. Берем его лучемет. Хотя нет, не стоит. Центр, это Виски 5-4. Из всех наземных войск остались только охранники ЦО. Все остальные эвакуированы. Вас понял, Виски 5-4? Сообщите-ка, сержант Беккер, мы на борту транспорта. Мы его упустим. Быстрее, брат. Так, валим отсюда. Слишком много уродов. Где выход, твою мать? Бля, как же они меня бесят. Так. Сейчас, видимо, начнется битва с фазовыми командирами. Я не справлюсь! Смотри, планеты терпят крушение! Я терплю! Дотерпелся. Ой, сейчас опять этот будет. С дедом подеремся. Мы не можем больше избегать этого ужаса.
Хватил меня, уродец. Блин, все-таки каждая встреча с этой тварью... Пожалуйста, все тяжелее. Объект в центре охраны. Так, секунду, мне кое-куда нужно отвлечься. Так, все, я здесь. Продолжай. Да, блядь, вселяйся уже. Так, берем две узишки. Да бери ты уже, пойму. Кажется, они все-таки любят блякать. Ах ты уродец. Да, фазовый командир войдет. Ты зря тратишь время. Мы подчиним Альму, и ты не успеешь даже найти ее. Мечтай, мечтай, уродец. Закидаем гранатами, уродов. А, черт! Быстрее убивай! Бля, нельзя вселиться в него. Так, мне нужен носитель, которого вряд ли сейчас появится. Он сейчас начнется. Вот это вот звездопляска. Закрывай, твою мать. Закрывай, блядь. Ты чё? Бля, всё-таки плохо, когда носителя нету ни хрена. Чё, придётся долго, что ли, ждать прям? Да поднимай его, блядь! Пошли вон, блядь! Так,
Закрывай, закрывай. Бля, да хули ты застрял, дурак? Сука, как же все-таки тяжело за него играть. Когда типа вот эти твари зажимают. Поднимай этого гандона, блядь. Давай быстрее закрывай, закрывай, ну! Ебались, уроды. Так, все, бежим отсюда. Да отбивайся, Фэкл. Какого хера? Фу, наконец-то. Сразу два дрона для кооперативчика. Поиграем. Катайся, давай быстрее! Взрывай цистерну! Гендель, что так говорить? Вот и все. Оставьте меня в покое. Я все вам рассказал. Ты не из Армахама. Кто ты? Кто ты? Это ты? Что тебе нужно? Позволь мне. Это убьет его.
Этот человек — пустая оболочка, брат. Он хочет все забыть. Все испытания, операции. Из-за матери создать новые прототипы не удалось, так что использовались искусственные средства. Он такой же, как и мы, брат. Вернее, он создан таким, как мы. Эти мясники превратили нас в монстров. Я знаю, кто ты. Ты ее гребаный сын. Я здесь из-за тебя. Надо убить мелкую тварь, которая в ней поселилась. Она больше не твоя мать. Ребенок должен... Его... Его нельзя оставлять живым. Поздоровайся с мамой. Пока что на этом все, друзья. Впереди финал. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы. Также вы можете подписаться на мои социальные сети в описании. Также не забывайте делиться этим видео с друзьями. Всем до встречи, всем удачи и помните, один путь, одна цель.